23 марта, и мы делали такие упражнения насчет линейности свингалок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Такой вариант делали, да? То есть, раз, два, три, четыре. Смысл был, что мы идем на счет пять назад. Прямо делаем шаг назад, на шесть вперед, девочка идет вперед. Да. А, ну мы делали в качестве упражнения вот такой вариант. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я, наверное, криво сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, примерно, да, так и получилось. А потом мы... Делали с рок-степами, да? Раз, два, три, четыре, рок, степ, степ, три, фол, степ. Раз, два, три, четыре, рок, степ, А, ну и вот и все это сингалы соединили. И еще такой брейк сделали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И объединили это в схемку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь,